Ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! Берите! В Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках, инро. Эдакий древний бумажник. Нас
тут братвы теперь уже больше сотни. Ну и дело идет, вон, дворец древний расчищаем, стройку под горой замутили. Здесь от японцев грузоподъемники какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают, нормально, чё. Мать изгонит, типа, это все в честь императрицы Солнца. Там на вроде египетских пирамид, ну ясный пень, он просто тянет время. А вот эта суета вся эта, она для отвода глаз, братьям мозг, чтоб запудрить. Обряды, бури, мокруха, это все туфта. Они возбухнут против него. Вот не сегодня они возбухнут, значит завтра. А вот когда они возбухнут, тут рулить буду я. В общем, здесь полный бардак. Хотел спокойно уйти на пенсию, называется. Вот пусть только рот мне попадется на этом треклятом острове, получит в харю за то, что притащил нас сюда. А потом, потом мы с ним перебьем всех этих смехнувшихся сукиных сынов, как в прежние времена. Только без старины Дики Крофта. Был бы он жив, захотел бы изучить этих ублюдков. Этот бесовский культ он нашел бы очаровательным. Может, хоть дочь его умнее будет и спрячется понадежней. Эти долбанные психи очень опасны, и я боюсь за девчонок. Алекс, Эми, да их тут живьем сожрут.
Должно быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кубла-хана? Еще одна жертва. Боже, зачем они это делают? Thank you.
Маска династии Мин. Похоже, подлинная. Что происходит? October 1994. Что ж, мои усилия оправдались. Теперь у меня есть верные помощники, проводники моих идей. Волны и ветер привели ко мне именно тех, кто идеально подходил для создания Братства Солнца. Людей сильных телом и слабых духом. Бури сломили их волю, превратили в беспомощную протоплазму.
Я же помог им вновь обрести себя, обрести смысл своего существования. Теперь они служат мне, а значит и ей. Великой императрице Солнца. Никто не посмеет отрицать очевидное. Это она указывает мне путь. Это она повелевает всем, что здесь происходит. Скоро все братья поймут это. Она повсюду на этом острове. Она сама этот остров. Но братство Солнца должно расти. Мы наберем столько людей, сколько сможем. Я издам законы, разработаю кодекс, по которому будут жить братья. Жить и неустанно трудиться во имя императрицы Солнца. Пока я ищу ключ. Как можно так жить?